Встречайте 41-й номер BizJournal «Информационная безопасность банков». Тема номера – блеск и нищета базы данных угроз безопасности информации. Критический анализ и смелые возражения, личный опыт против закулисных подробностей. Госдума продолжает наступление на кибермошенников. Самый масштабный проект в ИБ-сфере – всероссийский киберполигон. Отчет Банка России о кибератаках, что скрыто между строк. Лучшие практики и полезные советы для банков. Новая стратегия кибербезопасности. Готов ли мир ИБ к изменениям? На пути к идеалу – современные технологии и методы для борьбы с утечками. Защиты промышленных сетей, ИТ-инфраструктуры и периметра. События в отрасли, торжественные юбилеи и деловые мероприятия. Также в номере «Учим сотрудников не попадаться на крючок». Сюжет с обложки «Зум-бомберы и киберхулиганы» Бич Онлайна. Криптографическая служба Советской России. Как все начиналось. Читайте в печатном виде и в онлайн-версии по адресу ibdefizbank.ru/bizjournal.